Осталось смонтировать сцену и высадить кустарники. Реконструкция сквера «Радужный» в Новосибирске подходит к концу. Как выглядит обновленная зеленая зона, расскажет Екатерина Широких. Рабочие укладывают свежий асфальт. Сквер «Радуга» в троллейном жилмассиве готов почти на 90%, говорят подрядчики. Общая площадь зеленой зоны – около гектара. Осталось у нас, как вы видите, сцена и детское игровое оборудование. Это вот здесь. Все твердые покрытия, посадки и мелкие работы все выполнены. Технических сложностей больших не было, мы привычны ко всему этому. Вначале было непонимание жильцов, сейчас к выходу. Мы уже практически выходим. То есть мы уже начали говорить спасибо. Сначала рабочие очистили территорию, демонтировали старые клены и гаражи, убрали мусор, затем занялись благоустройством. Здесь был проведен масштабный снос зеленых насаждений. Здесь предусмотрена у нас высадка крупномерных деревьев, которые уже высажены в той части сквера. Сосна, ель, предусмотрена высадка также кустарных зеленых насаждений и цветущих многолетних растений. В зоне тихого отдыха разместят подвесные качели и лавочки. Активного обновят скейт-парк и детскую игровую площадку, а также уложат резиновое покрытие. По поручению губернатора данный объект был включен в программу благоустройства. Порядка 40 миллионов из бюджета области на эти цели выделено. Ход работы очень был активный, поэтому здесь как бы особых проблем не испытывали. Понятно, что коррективы дожди вносили, это никуда не уйти, но в целом подрядчик выдержал. Из-за непогоды сроки сдачи объекта немного сдвинулись. В планах завершить работы до конца октября. Екатерина Широких, Евгений Павлов, новости ОТС.